сейчас мы станцуем танец с богемским колоритом. Речь идет, вы поняли, о богемской польке. Друзья, кавалеры пригласили друг друга. Ну, это я сказала. Кавалеры пригласили, да? На богемскую польку. Танец по степени сложности один из самых сложных. Но нас не пугает, мы все равно все мы будем танцевать. Ставим круг, образовали богемская полька. Друзья, а давайте вот мы поближе к зрителям, чтобы вот это место у нас не пустовало, соответственно, и круг будет побольше. Маэстро, прошу, богемская полька. Thank you.